Йоу, товарищи эндуристы, решил записать видео про наступающее соревнование, которое будет 24 февраля. Призвать, так сказать, ваши умы поучаствовать в них, так как, я знаю, многие сомневаются и боятся, особенно которые новички, и буквально, может, там купили мотоцикл месяц назад, либо, может, раньше еще катались, и думают, что там это все сложно. Но на самом деле ничего страшного в этом нету, потому что у меня даже та же самая ситуация была, я боялся, думал, это очень сложно, и на самом деле ничего сложного нету. Это офигенные эмоции, когда ты едешь, проезжаешь эту гонку, ты вылаживаешься. Это как в спорте, да, вы там какую-то цель себе поставили, например, призовое место. Да, по сути, там места эти... Ну, не так важны, да, приятно там получить какие-то призы и сказать, что, блин, я крутой, я там в таком-то классе занял определенное место. Но, на самом деле, офигенно сами эмоции. Если у вас есть возможность, хотя бы малейшая, там, не знаю, сделайте эту страховку, вступительный взнос, это не такие большие деньги. Там в 50 рублей можно вложиться, все это там, страховка 15 рублей, взнос, наверное, 30 рублей, я точно не помню. Вот, и все, просто я сейчас по себе вот смотрел недавно буквально только что видео, как другой чувак снимал, когда я участвовал, это позапрошлых соревах в августе. Такие эмоции накатывают, офигенно, прям вспоминается это волнение, когда ты стоишь перед стартом, эти секунды 5, 4, 3, 2, 1, все сердце так ту-ту-ту-ту, и потом старт, бежишь к мотоциклу, стартуешь, а потом просматриваешь видео, которое ты снял, понимаешь, где ты налажал, на старте налажал. Вот, в общем, участвуйте, снимайте видосы, пишите в комментах, буду отвечать. Все, пока.